Пожалуйста. А достижение комфортных условий существования не остановит развитие? Как я уже говорил, одним из механизмов эволюции и его неотъемлемой частью является естественный отбор, когда часть существ умирает. Сейчас человечество находится в таком состоянии, во всяком случае, цивилизованная часть человечества, когда даже неудачные мутации не вымываются из генофонда. В этом смысле можно говорить о том, что эволюция человечества поставлена на паузу. Но если, например, это приведет к тому, что человечество, как вид, накопит слишком много летальных и полулетальных мутаций и исчезнет, это будет очко в пользу эволюции, что оно оказалось способно отсечь такую тупиковую ветку, которая оказалась неспособна защитить себя от механизма мутации встроенного. Тогда, наверное, это...